Здесь сбываются мечты, и елка зажигается волшебными огнями гораздо раньше обычного. Более 500 скромных, но таких важных желаний маленьких горожан исполнится. Торжественное открытие ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» состоялось вновь. Есть традиции, которые должны продолжаться, должны жить, несмотря ни на какие ограничения. Очень жалко, что сегодня с нами нет детей, которые по традиции у нас наряжают елку, вешают эти замечательные яркие открытки, но тем не менее традиция должна жить, и я рада, что сегодня я не одна, с нами наши традиционные добрые партнеры. Все мечты сбудутся? Не сомневайтесь. Еще не было ни одного Нового года, когда бы не исполнилось хоть одно желание маленького ребенка. За прошедшие 13 лет новогодние желания ребят исполнили более 40 тысяч горожан, осчастливив почти 9,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году в рамках акции им подарили 597 подарков – игрушки, спортивную одежду, коньки, велосипеды, планшеты и многое другое. Наравне с мэрией Самары ежегодно в акции принимают участие и неравнодушные жители города. Мы все пожелания эти изучим. Естественно, ни один ребенок не останется без подарка. Мы сделаем все возможное для того, чтобы принести детям счастье и радость в приближающемся Новом году. Исполнить новогоднее желание ребенка может любой житель города. Для этого нужно обратиться в департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара по адресу Куйбышева, 44, и снять с елки желание открытку. В этом году формат вручения подарков изменился. Учитывая неблагоприятную эпидобстановку, доступ в детские учреждения ограничен. В связи с этим подарок необходимо привезти туда, где ребенок проживает, и передать администрации социального учреждения для дальнейшего вручения. Акция продлится до 31 декабря. Ольга Павлова, Константин Головин. События.